Организаторы праздника постарались украсить зал атрибутами старинной казачьей станицы. Фантазии родителей при выборе и пошиве костюмов не ограничивались. Главное условие – соблюдение традиционных вышивок, кружев, воланов на юбочках и сарафанах, яркие ткани. Наряды девочкам, как видно из дефиле, понравились. Дефиле было, конечно же, необычным, а как на станичных посиделках прошлых столетий. Как балакать на кубанском казачьем говоре показала баба-трандычиха. А вот как ходить по воду, девочки выучили заранее. Праздник длился час, но на вопрос ведущей «Устали?» дети хором прокричали «Нет, хотим еще!». Так понравились танцы, игры, загадки, частушки. Мы рады, что не забывают, что как бы с детства уже прививают детям казачью традиции, понятия и все остальное. Вообще прекрасно, все классно. Смена растет, да, достойно. У дошкольного учреждения номер 18 давние и крепкие связи с Анапским районным казачьим обществом. Работа по изучению казачьих традиций, истории края, роли казачьего войска в целом в истории России ведется с детьми постоянно. Поэтому воспитателям и активным организаторам вот таких мероприятий Анапское районное казачье общество вручило грамоты. Гостей казаков, как водится перед тем, как отправить в путь дорожку, угостили настоящими пирогами, какие умеет печь мать-казачка на Кубани. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа регион.